Местные жители неоднократно жаловались в администрацию на состояние улицы Серебряная. Отсутствие твердого покрытия, многочисленные ямы. После обильных осадков дорога и вовсе превращалась в полосу препятствий. Было принято решение изыскать средства на капитальный ремонт дороги. И вот работы уже подходят к завершению. За две недели удалось постелить, значит, сперва пройти грейдером, произвести грейдирование улицы Серебряной от улицы Терешковой до улицы Жолоба. После чего был положен асфальт толщиной 10 сантиметров, значит, 1100 метров это протяженность, и ширина дорожного полотна составляет 4,5 метра. Жители отмечают, событие долгожданное. Теперь школьникам не нужно будет надевать резиновые сапоги и штурмовать водяные и грязевые преграды. Да здесь же грязь непролазная была, невозможно было пройти. Осень, зима – это наша проблема. Детей надо было провожать до остановки куда-то там на ветеран и назад. Ну, а сейчас у нас красота. Прекрасная дорога, гладенько, чистенько. И маршрутное такси пустили по улице. Ну, это прекрасно. Почему? Потому что тут всегда была грязь серебряная, она давно существует. Кругом асфальт. А у нас уже сколько не было. Но сейчас положили, сейчас отлично. Сейчас просто красота. Новые дороги и новая жизнь. Теперь по улице Серебряная будут ездить маршрутные автобусы. В данный момент этот вопрос прорабатывается на комиссии по безопасности дорожного движения. Существует обращение жителей, потому что в данное время существует закольцованность именно по улице Жолоба. Маршруты 125 и 135, которые шли у нас по селу Супсе, проходили по улице Жолоба до конца, до улицы Серебряной. И там у нас получалась разворотная площадка. В данный момент мы один маршрут сохраним также, а второй будет проходить по улице Серебряной с выходом на Кирова. И получится закольцовка и охват, ну чуть ли не полсела будет охвачено этим маршрутом. Остаются еще некоторые работы по благоустройству. Дорожникам предстоит отсыпать обочины щебнем и укрепить их. После этого объект будет полностью готов и сдан в эксплуатацию.